Всем привет! Мы продолжаем с вами делать поделки с нашими детками. И сегодня мы научимся делать из оригами вот такой вот стаканчик. В жаркий день, если у нас нет стакана, то мы можем быстренько сделать его из подручных материалов, из бумаги. Налить воды, и выпить. Но если нам пить не хочется, то мы с вами можем сделать вот такую вот игру. То есть поймай бабочку. Мне сейчас неудобно ее вот ловить, она у меня... О, поймалась! Вот таким вот способом мы ее и будем ловить. Поверьте мне, мамочки, таким замечательным подарком, как вот этот вот стаканчик, будете долго радоваться. Потому что детки очень любят ловить вот этих бабочек. Поверьте мне на слово. Ну что, готовы? Тогда вперед! Ну что ж, начнем. Нам понадобится лист бумаги, ножницы, нитки и смекалка. Оригами начинаем, как всегда, с квадрата. Поэтому мы эту сторону соединяем с этой стороной через вот этот угол. И лишнее отрезаем. Но то, что мы отрезали, не выкидываем. Оно нам еще понадобится. Итак, у нас получился треугольник. Теперь мы вот этот вот уголочек соединяем с этой линией. Стараемся соединять таким способом, чтобы вот эта линия и эта линия были параллельны. И хорошенько придавливаем. Теперь вот этот уголочек мы соединяем с вот этим вот тупым углом. И опять-таки хорошенько придавливаем. Далее вот эти вот два уголочка мы складываем в разные стороны. Один в эту сторону, а один в эту сторону. В принципе, все. У нас сделан с вами стаканчик. Но мы же хотим еще и поиграть. Поэтому мы стаканчик раскрываем. И берем ниточку и отрезаем необходимой длины. И эту ниточку кладем по диагонали. От начала диагонали до конца. А теперь вспоминаем, как же мы делали с вами стаканчик. Итак, опять делаем треугольничек, затем угол с ниточкой отправляем к противоположной стороне треугольника, угол без ниточки отправляем к тупому углу,
И? Углы прячем. Но вот эти вот уголочки, они, как видите, открываются. Поэтому мы их спрячем. Вот здесь вот есть карманчик. И один из углов мы спрячем в этот карманчик. Вот. А вот этот вот уголочек мы спрячем внутрь нашего стаканчика. Вот. Теперь у нас ничего не раскрывается. И нам ничего не мешает играть. Но чего-то нам не хватает. Нам не хватает бабочки, которую мы будем ловить. Поэтому мы берем и вспоминаем о нашем вот этом вот кусочке. Складываем, ну, сантиметра 3-3,5, может 4. И по сгибам отрезаем. А теперь делаем гармошку. То есть складываем поочередно в разные стороны. Вот, у нас получилась гармошка. Мы даже можем поиграть. Но мы же делаем бабочку. Поэтому берем кончик ниточки и завязываем на середине гармошки. Делаем узелок. Сделали узелок и раскрываем крылышки бабочки. Что у меня бабочка не посередине. Вот. Раскрываем крылышки бабочки. Вот такая вот у нас получилась с вами бабочка. Вот она. Ну что, попробуем поймать. Ой. Я думаю, у вас обязательно получится поймать эту бабочку непослушную. Ну, на этом все. Пока-пока.